короче... Камера-мотор. Самбурумба, сумбурумба, короче. Вот он, если на одной поверхности это играть, right, left. Так не пойдет. Для YouTube надо больше динамики. Всем привет, я Александр Филиппов. Всем привет, с вами Александр Прилипов. Сейчас я вам покажу три супер, блядь, нереально базовых ритма, чтобы вы не навалили в штаны и вам не, не валили, блядь, тоже в штаны. Инвайт, просто добавь штаны. Погнали. Первый рисунок называется самба-сумба-румба, блядь. Играем right, left. Он двухчетвертной. Играем на ровной поверхности, значит, у нас right, left. Потом одну руку мы оставляем на хай-хете, которая правая. Если правшие, если левые, значит левшие. Значит, этот же музон играем на две поверхности. Дальше кавбел. Хай-хет для то самое, для куплетов, кавбел для припевов. Первую двоечку выносим в альтуху. Если вы как бы только начинаете всю эту историю, можно играть четвертями. То есть, как бы продвинутые, конечно, в слабую долю. Но мы сейчас до ног доберемся. Значит, нога у нас играет четверть. Слабой доли. Вот такая штука получается. Скорость увеличиваем. Рисунок называется Мозамбик. Он чуть посложнее. Точка отсчета 3, 4. Что мы делаем? Мы раскидываем то же самое. Второго нету, я буду кроссовером играть. Если поначалу будет тяжело, можно две ноги четвертями играть. А так по сути вот. Отлично, это мы разбирали. Да. Это как получается? You should have must known. Хэдзе правильно сказал. Нет, ну короче, необходимо знать прям вообще без шансов. Он тоже такой достаточно интересный. Если его сухо играть, то получается две четверти и шестнадцатые. Двоечку в начале. Рисуночками
меняй местами и, допустим, поначалу тренируемся 2-4 такта один, 2-4 такта другой, ну то есть равное количество времени тактов. И дальше какие-то импровизники внутри каждого рисунка. И когда делаем сплиты, то есть когда их соединяем друг с другом. Ну вот, вот этого базового хватит более чем, да. Конец. Пара-пара-пап. Да, интро. Хи-ент.